Для татарстанского хоккея Зарипов – фигура знаковая. Только он может собрать тысячи болельщиков на автограф-сессию. И только его возвращение ждут с нетерпением, несмотря на все события, которые происходили вокруг нападающего в последние месяцы. Получилось доказать, что справедливость на нашей стороне, и все эти решения международного комитета были ошибочные. Раздевалка для него также родная. Именно сюда Данис дважды входил с Кубком Гагарина. Дальше были два трофея в Магнитогорске. До завершения карьеры он не прочь повторить этот успех. Будем стараться. Пока не могу оценивать свои силы, свои возможности на сегодняшний день, но буду стараться привести себя в лучшую форму как можно быстрее. Болельщики, которые ждали этот момент, и теперь только одно остается, чтобы парень нам приносил радость, удовольствие своими голами. Болельщики ждут его. Надеюсь, будет все хорошо. Полноценно к тренировкам нападающий по 25-м номерам приступит после медосмотра. Нет сомнений, что болельщиков на матчах Акбарса теперь будет больше. Личных фанатов Зарипова немало во всех регионах страны. В деле Даниса Зарипова казанские болельщики смогут увидеть уже завтра. Именно здесь, на Ледовом дворце «Татнефть-Арена», состоится игра между казанским «Акбарсом» и астанинским «Барысом». Остается актуальным только один вопрос. С кем именно 25-го номера поставят в одно звено Зинатулла Билялетдинов? Алмаз Гафиатов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.